Пацаны, этому городу нужен герой, я буду этим героем. Буду. Я сейчас прыгаю, я вам докажу, что я умею летать. Ты разобьешься, дебил. Короче, смотрите, пацаны, сейчас я прыгаю и полечу. Куда не прыгай, алло, косточки поломаешь. Ничего я не поломаю, это пластилиновый Майнкрафтер, и тут все можно. А вообще я прыгну и полечу, ставьте лайки или я прыгну. Я и так прыгну, но вы и так ставьте лайки, я вам докажу, что я супергерой. Короче, пацаны, нормально. Вы шо? Шо нормально? Ловите меня? Ловите, а хотя зачем ловить? Подожди, Игорь, подожди, нужно эти наловить, ловлю. Давай. Прыгай. Прыгай, давай, мы тебя ловим. Давай, пацаны, давайте, полетел, супер. Твою мать. Здорово, пацаны, здорово! Здорово всем! Стартуем! 3, 2, 1, поехали! Стартуем! Эбой! Бьем всех! Так, ребята, кто будет бить кого-то из нас, тот, короче, предатель. Ну это слишком серьезное оскорбление и заявление. Ну, значит, это писька. Нет, пипипунчик. Пипипунчик. Пипипунчик! Подожди, а кто где? Зашибись, все, я... Мне хана, ребят. Так, быстро! Пацаны, у меня кепку украли! Кепку! Нет! Я его нормально, все. Опа, минус один! Так, как мне карабкать? Да как? Почему меня все бьют, пацаны? Ребята! Меня с башки вырубили! Меня вырубили! Сейчас всех убьем! Да вы опять вырубили! Опять вырубили! Так, Эдисон, главное, дыхание. О, я дышу. Дыши ровно. Эдисон, как ты поднимаешься? Так, Эдисон, дыши ровно. И главное, меня не трогай, понял? Главное, меня не трогай. Кто вылезет? Другой этого упадет, я больше чем уверен. Теперь давай бери и отпускайся. Как отпускаться? Просто вот отжимай свою мышечку. Я вот твою кепку вот. Сейчас нахрен отсюда выкину. Твоя кепка, вот знаю. Да что так сложно? Сейчас как пну твою. Сраная кепка, она убийца. Кепка убийца, короче. Это понимаешь, Эдисона раскидывают мины. Да я не могу! А может ты упадешь вниз? Предатель проклятый. Ну мне кажется, ты просто. Ну ты вылез. Ты можешь вылезти оттуда или не сможешь? Я тебя даже не вижу. А, ну я не знаю где. А где? А, я вижу тебя, вижу на крыле на розовом. Давай, иди сюда, иди на поле битвы. А, я сейчас вылезаю, а все будет напрасно. Нет, да в смысле? Отжимается, смотрите, он отжимает. Ты пошел ты... Ебать! Тум локтем так стукнул! Локтем! Ты локировок. С локтя! Я всех выиграю, не переживай. Выиграю. Ну ты выиграй сначала. Я выиграю. Ой-ой-ой. И Айсон, бьем вот этого дебила, бьем его. Ой-ой-ой, подожди, дай мне. Да где я был, меня тоже вырубили. Меня убили! Эдисон, я плыву! Ты вообще плавать как-то умудрился, я не понимаю, кто вот этот вообще просто вот так. Глаз вообще там сидит, так, стоит, Эдисон, держит. Минус Жека. Я поплавать решил в проруби. А то, что я против. Я против глаза, посмотри, мне страшно. Опа! Нет, ну твою мать. Пусть мама увидит, пусть мама придет. Эдисон, это было очень круто. Эдисон, ты мамонтенок, представь, что. Нифига себе! Поплыли! Вперед! Поплыли! Это что за как? 18 плюс сцены! Он единственное пупок атаковал, понимаете? Пупок. Так, что происходит? Пацаны, мы все вместе. Бандита бейте! Рика! Тут чувак, а я 10 плюс!
Меня тоже вырубили, у нас мы все на кучке лежим. Рик, пацаны, у меня есть тактика, у меня есть тактика. Какая тактика? Какая тактика? Меня вырубает. Так, минус, 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 пошли. Так, подождите. Этот придурок, дебил, выкинул. Разомнусь. О, Эдисон, Эдисон, я вижу тебя. Да что ты меня, где ты меня видишь? Я просто стою, я разминаюсь, подожди. Зарядочка. Зарядочка. Это слабо похоже на заряд. Ну шо пацантры, я тут жду, как бы, пока вы вылезете, там Рик что-то делает. А нет, это бабуля. А Игорь, ты жив? Нет, меня в начале раунда как прописали мне двушку, ша-ша, и все, я просто... На, смотри сальтуху! Давай, 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 Эдисон, бей бабулю! Да я его бью! Вот вы чему учите детей, чтоб они били бабушек, да? Этот дебил задолбал говорить, Миша! Слышь, бабуля странная, это падай ты уже, а, ёпты! Она где? Ладно, оп, разминка. Подойдёшь? Там бабуля, короче, он, смотри, вообще под юбками, все уже просветило всем, понимаешь? Бабуля, тебе помочь? Ёпты! Ну иди сюда, иди сюда. Да сейчас эта бабуля вылезет, тебя как напихает, на твоем месте бы поаккуратнее. Да она заколебала, ну давай! Бей её! Я женщин не бью, я женщин не бью! Да не бью я женщин! Туда падай. Ну это не женщина, это бабка, бей. Балабол, балабол! Пытается! Бабуля, я пытаюсь помочь тебе дорогу перейти, иди сюда, дура, я не буду тебя бить! Еще обзывает бабуль, ну ты, конечно, вообще, бабуля обидится. Ааа, шапку мою украла! Это спасительная шапка, ты понимаешь, что хотел за тебя сходить за шапку? Эдисон, я тебе хочу сказать, что она не умерла. Я так уже понял. Слэмся. Аааа, смотри! Бабуля! Слышь ты, кара старая, я не знаю, по хлебалу! Ты шо за... Давай, Эдисон, давай! На погиб! Отпусти меня, дура, тупо! Наконец-то! Ебой! Это ебой! Это чистый лютый скинхед, который типа бабок. Эдисон очень опасный человек, поаккуратнее с ним будьте. Да. Один пластилин, одна судьба. Ах ты ж, нифига ты, чувак, жесткий, Игорь, побей его, пожалуйста, он меня сейчас убьет, Игорь! Кто? Игорь, нас двоих вырубил, Игорь, убей его! Я убил. Так, в смысле, я упал! Куда я упал? Да куда ты это? А, это ты! Пацаны, спасите! Ребята, вернулся, привет! Подожди. Да, пацаны, у меня рука в жопе! А, нет. Да плохо. Это такое это случается, да, Игорь. Выкидывайте её. В помойку! Троянанную бабулю, это слишком, пацаны. Кто-то бьёт, давай. Четвертуем. Слышь, да отпусти. Чё она влюбилась так? Ой, это ты же. Да меня зачем ты бьёт? Бабуля, да не меня, дебил! Смотри, двоих тащит. Ты дебил, отпусти меня! Да блин, вот я отпустил бабулю, но не тебя, как я разбираюсь в управлении, где лево, где право. Подожди, сейчас я её возьму. Да выбрасывай её, Жека, давай, проги! Опа! Давай! Пускай! Да я... Бей её! О, наконец-то! Минус один! Фу, вспотел! Жидкая жвачка, это хорошо. Сейчас. А что там? Нормально пахнет, Игорь. Тише. Ты давай не дрыгайся, стоять. Слышь ты, зеленый. Ах ты ж, супчик-то невкусный. Какой, борщ? Нет, невкусный, какой-то невкусный. Слышь! Ах ты ж собака такая, зеленая. Давай мясорубку его, нам нужно сделать пластилиновые котлеты. Давай, мясорубку его пихай, давай его, давай туда. Я сейчас сам запихну. Так ты задолбал, как ты это делаешь? Как? Смотри, стой! Да пошел ты сраку! Я не могу встать, ты меня опять бьешь! Да пошёл ты нахрен вообще! Всё, я от тебя ухожу! Всё, пока!
Какие пока? Отпускайся, давай! Отпускайся, давай! Давай, падай сюда, давай! Я туда забегать не буду. Хорошо тебе оставаться там снизу. Да мне тут нормально вообще. Я присел, я могу, опа, я подпрыгнул, нормально. Как он там оказался вообще? Ты тогда немного пропустился суть события, а что как? Ай, ты, сука. Как он оказался там, объясни? Да он залез туда просто! Нет, собака, нет! Эдисон сегодня отжигает прям. Отжигает. Ладно, 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 ладно. Сейчас точно будет жопа. Холд джамп. Я не спорю. Бейте. Рика и Морти. Рика бейте, да. Да. Так, я буду бабку бить. А ну бабка, иди сюда. Сейчас. Ой, извини. Так, а ну-ка, бабка. Да что твою там. Да иди сюда! Иди сюда! Да бей его, Жека, давай, вырубай! Да ой, сори! С локтя прописал. Почему твои удары всегда проходят? Я не могу понять. Сейчас спасу тебя, Жека! Зашибись, мы все упали. Да ты не можешь за мной не ходить, придурок. Я бабку пытаюсь ударить, понимаешь? Я просто сказал... А! Тихо, Эдисон, тихо. Да бейте! Да кого-то уже... Так, я бабку вырубил! Я взял... Да я... Ну, Эдисон! Так. Чуть меня не выкинул опять. Так. Ребята, это счет все, я тащу. Нет, пусти меня! Пусти! Эдисон, подтолкни эти дебилы. Я не могу взяться за нужного. Да, как? Я лучше понаблюдаю просто. О! Минус один, минус один! Нет, они держатся там! За попу! Хренак не за жопу! Да как он вылез? О, минус бабка! Да, так. Рика, давай, Эдисон, давай! Давай, Эдисон, давай! Да как?! Да, сейчас я ему напинаю, подожди, а ну иди сюда, хавно. Розовая. Эдисон, ну иди сюда! Уйди с поля огня, Эдисон! С поля огня! Жека, ты что там делаешь? Это уличные разборки сейчас, ну понимаешь? Так, подожди, вот это несём аккуратно. Ааа! Пацаны, вы меня выкидываете! Нет! Нет! Спасите меня нахрен! Жека, ты что, охренел? А чё? Я ж держу Рика! Вытащите Рика! Да вытащите Рика! Вы не могли за Рика потянуть или нет? Не будем мы никакого Рика. Не-не-не, это слишком жестко. Ты со своим кунг-фу иди в сраку, че я тебе уличный стиль покажу. Ка-пау-чка-пау! Уличный стиль. Я не могу Эдисона 1-1 выиграть. Уже третий раз, четвертый. Я по тебе попасть даже не могу. Да вы дебилы. Да пошел ты в сраку, я пошел ты в сраку. Был удар, прошел удар. Был удар. У кого сколько очков, Игорь? Кто выиграет? Я не знаю, давай. Ой, это закон. Слышь. У меня Бакунова выбросил. Пацаны, мы втроем остались. Да, они все побоялись просто. Так, подожди. Ну такое тогда бывает. Так, давайте мы будем мирно действовать. Я сказал, мирно, иди сюда, говно, иди сейчас. Я вообще убегаю, я вообще тут ни при чем, пацаны, я просто мимо проходил. Игорь, успокойся. Шериф, стою как укопанный, я ничего не делал. Я немножко умер, ребят. Мы арестованы! Шериф! Я не понял, первая победа в сраном гамбиске! Мы арестованы! Шериф, пардон, меня не догнали, не в этот раз. Так, дорогие друзья, мы сегодня пластилиновые боссы этого города. Ебой! Всех порвали просто на кусочки. Жека, значит, ниндзя, куанчи. Эдисон у нас физрук бандит, а я, короче, шериф этого города, так что вы должны обязательно поставить лайки. Кто не поставит, того арестуют, да, шериф?
Да, если вы не поставите лайк, я вас арестую. Вот именно. Да, еще не забывайте подписываться на все наши три канала, потому что мы очень крутые чуваки. Ссылки там в описании есть, Инстаграм тоже. И Инстаграм, на Инстаграм. Спасибучечки, спасибучечки. Всем за просмотр, всем удачи и всем до свидания. Пока! Блестящие подмышки.